В воскресенье вечером завершил свою работу 63-й Каннский фестиваль 2010 года. Это самый престижный и широко освещаемый кинофестиваль в мире. На закрытии состоялась торжественная церемония вручения наград, и на красной дорожке дефилировали известные звезды мирового кино, такие как Рассел Кроу, Майкл Дуглас, Хелен Миррен, Дженнифер Лопес, Кейт Бланшетт, Пенелопа Крус и Мик Джаггер. В течение 12-дневного киномарафона проводились специальные показы, мировые премьеры и блестящие вечеринки. Тысячи журналистов и критиков присутствовали на показах, пресс-конференциях, круглых столах и брали множество интервью. Жюри кинофестиваля во главе с Тимом Бартоном отдало главный приз – золотую пальмовую ветвь тайскому режиссеру Апичетпонга Вейрасетхакула за картину «Дядюшка Бунми», который помнит свои прошлые жизни, где рассказывается о переселении душ. Гран-при присужден к Ксавье Бовуа за картину о христианском монастыре в Африке, о богах и людях. Он поднимает универсальную тему веры и религиозной терпимости. Жюльетт Бинош назвали лучшей актрисой за роль в фильме иранского классика Аббаса Киаростами «Заверенная копия». Фильм был освистан на показе для прессы, но получил несколько высших оценок среди ведущих экспертов. Хавьер Бардем и Элио Джермано поделили приз за лучшую мужскую роль. А лучшим сценарием к фильму признан фильм «Поэзия» Чандон Ли. На закрытии Каннского фестиваля «Прекрасная половина человечества» продемонстрировала на звездной дорожке истинную женственность и элегантность, что отразилось не только в нарядах, но и в прическах.